Есть болики, Гурман? Звук. Да, брат. Где ты, цепь? На. Нет. Хорошо, Олег, вам? Мышки начинаем. Нормально, нормально. Тут в этой игре главное терпение, у Курбана спроси. Может, я говорю, здесь ты. О, откуда у тебя ногу? Отсюда, да? Зашел я там на первом был. Да, да, да. Засовать. Мы чё, бля, натурит и прав, Курбан. Я с это. Я не буду больше так играть. Постреляй тут, Курбан, постреляй тут, мол, ты здесь. Ты же нормально стреляй, да, брат, ты чё делаешь? Болишься же. Что ты делаешь? Патронов нету, брат мой, 40. Просто спрей пусть. Вот так хорошо, еще. Еще хорошо. Не в их не сторону, просто, брат. Бля, на крыше, Курбан. Дед сенсор, бля, еще гранату сейчас и сразу кинет, вообще не ха-ха будет. Его нокнули. Твич Хисокхо. Здесь что ты бусты дал, по бороде ушли в отцов. Не, так тоже пересиживать не надо в отцов. Я забрал. Пересиживать нельзя в отцов. Пойдем, вот сейчас нашего долбанули. Пойдем. От души, Курбан. Где он, брат? Бля, надо что-то делать. Не, с такой командой надо методику придумывать, брат. Надо избегать такие конфликты. Нам надо этот... Отдельно прыгать, залутаться, ты понял? Да, конечно, брат. Блядь, я с вами связался, у меня уже серебро приколи, да. Серебро, блядь. Брат, я хоть это Алихма ничего не делает, брат. Идет куда-то, умирает, брат. У меня серебро приколи. А у тебя серебро и было, брат. Это кто пунишмент 500, блядь? Ну, серебро знаешь, почему было? Да я откуда ноги купил мичмен? Спроси у него, да ты кто такой ли помичмен? Где это Алиханский, да по-братски? Марси, что ли? Да, у него тут 4 взрослых мужика, его одного ждать должны, да? Да, конечно, брат, я в лобби он пишет. Он меня даже не в друзьях приколит. Да, он такой, брат. Не-не-не, он не зазнавшийся, брат, зазнавшийся в нем нет. Он просто европеец, брат. Европеец, брат, у них другой менталитет. Ну, конечно. Он не понимает, он понимает, но не может свыкнуться, да, с этим. Да нет, он наш пацан, ты что говоришь? Брат, он чисто наш пацан, потому что он нет прилетал. Не были, брат, борцы, мы все равно должны быть. Бля, тебя что, на патриотизм пробило, что ли, в отцок на сонную голову? Где бы мы не были, брат, мы должны по пахах ходить, да? Бурках. Понятия должны быть нашинские, нет? Нашинские у него понятия, брат, просто менталитет европейский. Брат, ты не видишь, он Курбана в игру не взял с собой, с профиком играл. Говорит, не, я, бля, ты же не можешь играть, ты же на английском не разговариваешь. Ну, блядь, кто такое сделает, скажи мне, отцу? Только мы европеец. Мы про Ивана, ты про болвана. Да-да-да-да-да, мы там должны. Должны, да. Понятно, эта тема зачем? Факт в том, что человек там рос. Привык, понимаешь? Хочешь, не хочешь, ты где бы ни был, ты привыкаешь под обстановку. Абстрагируешься в отцов. На тройку прыгать. Есть. Так я же тоже не отрицаю, я просто говорю, да. Своё мнение, бля, высказал, пацаны. О, хорошо, уже на разметку поставил Олег, нормально. Шумоголовый, лей, подождите, прыгните куда-то в конец, у меня зависла игра. Давай Приморск туда прыгнем. Я захотел. Не, или давай это. Давай это вот сюда, по-братски, манаповские хаты. Где никого нет, Лахму, прыгни по-братски. Эй, куда прыгаете вы? На метку же прыгаем, эй. Не-не-не, Алихана замкнула. Ты чё делаешь, Алихан? Я, бля, игры за эти выйти не могу.
Ctrl, нажми через Delete и... Не работает, это вот сейчас выйти. Стрелками, стрелками, Алихан, через Alt Tab найди ее. Эй, это что, на эту метку летим, что ли, лохма? Да, да, я же тебе говорю, у него вычислил, брат, ты не слышишь, что ли, меня? Я думал, ну, не понял сначала, брат. Что сначала не понял? Сначала не понял. Сначала не понял. В конце главное, чтобы ты понял, Курман. Европа, да, вот, Европа. Да, Европа, блин. Да, конечно, вот, его самого это злит, вот, брат, ничего ты не делаешь, это все, понимаешь? Ты, она нет? В нем... я там не в воду упал случайно? Нет, брат, ты упал на берег почти. Давай дорезка, Алихан, не хочу без тебя играть. Да, тормози, да. Все, захожу. Это карта, брат. Надеюсь, там микрофон сейчас не проснется. Ой, у меня парашют только что. Бля, меня туда добивать бежит, я слышу. Твой микрофон, что, Алихан? Ты серьезно говоришь? Да нет, конечно, брат. Ничего не буду, сам, брат, барфу отопит. Буги, сама. Меня слышат, да, лапа? Да. Мой брат Шама, как вам? Скажи просто лучше, и все. Шама, как, брат? Ты сам не знаешь, что брат. Не, я-то знаю его, отца. Я у тебя спрашиваю. Бомба, да, вот это бомба. Нам надо, бля, потихоньку двигаться, братья. Бля, ничего нету, не прицела. Да тормози, да, бля. Ты начал. Зачем я вертикалку выкинул? Да, не. Подожди меня. Да. Подожди, я сейчас здесь дома найду вас. Салам алейкум всем. Алейкум ассалам. Как ты? Бомба, ты как, Курма? Слушай, что ты делаешь? Эй, у меня она что-то, бля, подлагивает. Как проверить эту суету, которую подключение пакетов или игровой процесс, это уже, другое? Что подлагивает? Эй, у меня, бля, пакет лоус 33, приколи. Это интернет. Да какой интернет, брат? Ну да, у меня нет. Если бы это сервер был, у всех было бы. 50 пакет лоус, брат. Да, 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 это бывает такое. Красный, надо гореть таким? Да, желтый, да, да, красный, брат, даже не желтый, да, красный. Бывает, бывает. Да, моросило у тебя что-то. Это может быть с моим интернетом что-то? Maybe интернет, maybe не интернет. Maybe просто заморосило в моменте. Самый. Алисалам. Побольше этих бинтов берите, братья. Могу ли, как ты сханешь? Думаешь. Хорошо сханя, ты как сам? Четко все. Как все, братья? Магали, бомба, магали, магали. Когда ты зашел, лучше стали. Ай, бомба, Алихан. Блэд. Блэд. Курбан, ты как старший брат? Лучше всех, Курбан. Боевой настрой, как боевой настрой? Ты заряжен? Я когда не заряжен был. Бомбочка, 30 живых сханя уже, бля, имей в виду. Это попади, брат. Потому что Алихан здесь зашел, брат. Ай, помучь меня. Сейчас Алихан будет. У тебя машина есть, Алихан? Да? Нету ты. У меня пакет лосс, надо просто новую игру найти, по-моему, бля. Так невозможно играть.
Не, не может в моменте попасть ты. А чё, следующий не так будет она? Я думаю, нет. У меня не, до не, этого не было такого. Это бывает, бывает, может, ты даже сам лагаешь, понял? Ну да. Лучше бы за рулем ехал бы, чтобы враги по нам не попадать. Базара нет. Да, когда лагает, бля, никто тебе попасть не может. А самолет как летел, никто не помнит, да? Вот так. Вот так. Пачканг за, бля, все понял. В северном должны быть люди, в приморске должны быть люди-то. Может быть, один сон. Оружие и патроны. Оружия не было. Пачканг, что происходит? Надо в зону столько ехать. Да, жить. Сан, алейкум салам. Настройки? Да, на зону мы в любом случае успеем. Рано или поздно. Раком или боком, бля. Главное, блядь. Олег, не наткнуться ни на кого. Ты такой сонный, старший, бля. Ему пиццу Ринго похавать, походу, надо, мне кажется, бля, чтобы он себя пришел. 0.40, клянусь, я тебе говорю, я бы сейчас это положение исправил. Просто они до 12. Да ничего нету круглосуточного дома? Не-не-не, кушать, брат, я не хочу. Да, Алихма, ну, бля, адрес скажи до свой. Да, не-не-не. По-братски. Да, тебе накрывают, Алихма, ты чё? Ты хотя бы ты не хочешь хавать, подумай о курбане, который вечно голодный даже, здесь. Даже, даже. Хочешь хавать, только что сама, брат. Бьют, беги, дают, бери, брат. Ну да. Курбан. А, слышно меня, да? Где ты хочешь кушать, старше? Меня слышно, брат. Да. Тебя видно даже, брат. Брат, аркало тебе, брат, клянусь, не хочу, брат. Стопудово. Роллы, не роллы, Курбан, ничего не хочешь, да? Один кальян тоже не хочешь, да, Курбан? Не хочу, брат. Один чах не хочешь? Бля, я хочу один отсос, честно сказать, бля. Бля, Алихма, Алихма. Бля, такие. По снапчату заказать не вариант, да, Алихма? Таких каналов нет уже, старший брат, а так... Что ты все кайфы выловил, я бы хотел, но таких каналов нет, брат. У нас Snapchat такой есть у Цей. Snapchat знаешь, что такое? Бля, я нет, брат. Я же не европезированный, брат. А, Олег, может, знает бы тоже. Прикольно. Он тоже... Меня научили. А, да, Магаля, Европа, научили. Бля, Алихан, ты грязный гал. Людей, я чистый гал, у Цей. А, да, не верю. Просто гал, да, но чистый. Галатасарай? Я хочу в Гондурас поехать, Уцей. В какой стране находится этот город? Ганду, Ганду. Ганду, Ганду. Давай так вот назвать. Ганжу, Ганжу. Ганжу Бас, помнишь Ганжу Баса? Да, да. Ганжу, Ганжу. Джамби, Джамби. Дожди, дожди, отсакова, да. Джамбик мужчина, бля. Джамбулат Тедеев? Ага. Золото нам. И это зона взорвала здание. Бля, такой конченый. Нет, мне кажется, это зона взорвала. Да, двери все закрыты. Просто зона забывает на ракете? Да нет, у меня не лутались. Какая зона, Алихан, ты моросишь, что ли? Он может здесь сидеть. Брат... Какая, я говорю, да, зона, брат, ты о чем? Он у тебя может сидеть, Тера, у меня это чисто. Нету здесь никого, брат. Может так, нас... вот же проехали они только что. Еще мотак едет. А это наши уже. Наши или наши, бля? Вообще непонятно, ты понял, брат, справа или слева? Калиматора нету здесь, нигде? Yeah. Натальна с оружием была какая-нибудь, братья? Нет, пятерки дай по-братски, Курбан. У меня нету, брат. 40 надо, 18 штук у меня, брат. Даже второе оружие нету. Оружия не было. Второго нету оружия, бля. Эй, у меня коллиматора нету, это понятное дело. Поехали зону. Вай, как она зону дала. Надо в липаку врываться в ангары вот туда. В эту грязь? Да. И там уже до Талова жить. Эй, почему вы не молчите, братья? Болоянку, Алексан.
Не было. Не было же, сказали тебе, Курбан. Но он, брат, старый человек, ему надо несколько раз говорить, Алихан. А, все, понял. Эльметра нет или? Бля, это кто за рулем? Что делаешь, ты что делаешь, езжай за мной. Алихман, отягался с мида, куда заехал. А вы где вообще, я где, бля, я вас жду, да. Там коллиматор резко, Алихман, возьми один коллиматор. Я же вот до него сюда остановился, вроде. Ты заранее так предвидел, да, все? То, что я тебя спрошу этот вопрос. Не, он же слышал, когда проезжал, что коллиматоры сесть. Такой вот. Самому коллиматор на 4х, вот на берил. Он ведь таки берил или берил, да? Берил, берил. Кирилл, а шрауд в итоге шрауд или шрауд? Шрут, шрут. Шрут, блядь, шрут, блядь. Шпрот. Шрут, блядь. Бля, Курбан, если ты вот так, бля, с Шраудом встретился бы один на один в финале, ты думаешь, его схавал бы? Ай, бля, ну, я бы не удивился, да. Того, рот ебал, если за слова, то человек Курбан может самого сильного игрока высушить и может самому слабому раку встрять. Бля, вот, бля, пожалуйста. Бля, вам сложно будет отсюда проехать, братья? Алихан легких путей не ищет. Да не 20 жилых выехал, а мы эти страны уверены. Да конечно, цы. Я хочу просто жить у цы. Что? Вы едете вы или нет, братья мои? А, пакет лос пропал, прикольно. А, вот появился. Потому что ты когда про него забываешь, он пропадает у цы. Все, понял. Вензи заканчивается. Бля! Дроп летит, лохман, я дроп утаю, ты же топ-1 хотел у ЦИ. А я тебе, брат, сейчас подожди. Ты желтых остановишься, золотая. Это и так, и так. Вокруг вообще брат. Людей нету, все, по-моему, это липовские, бля. Топ-топ, брат. Хочу чуть-чуть пожить, побегать, понял, у ЦИ, после того, как золотался. Похалтить надо, похалтить да. надо. В каких-то левых домах посидеть, понял? Угу. Чуть-чуть вот так вот, брат. А тут сразу на хипиш ехать, умирать. Я тут опять слышу, Курбан вот эти, бля. Курбан что-то говорит, говорит. Ты голограф нужен, Алихан? Да, любой прицел. Сейчас я этот дроп залутаю, подожди. Че нужен? 4х. Да. У меня ничего нет, я голый. Эй, вот здесь тачка стоит. Не нужна нам тачка? Не, я имею в виду, кто-то приехал туда на нем, брат. А, все, понял, здоровцы. Дыши, Алихан. Дроп, идите, заберите, кто его. А где дроп? Ахма забирает его. Где дроп, я не вижу, я не за дропом еду, я на метку иду. Я забрал его, брат. Остался. Вот тут Лахма дроп, забери его. Я уже его забрал, брат. Алихан, Лахма, забирай уже дроп на метке. На зеленый? Так, а Курбан где? Он в воде уже. Вы Курбана слышите вообще? Да. Они слышат, да? Нет? Слышно? Да, я не знаю. Суету нагонял на Курбана. Так, товарищи. Компенсатор Лахма не нужен? Для зажима от автомата? Или... Ну, нет. Какая разница? Для большого пальца, скажите, да, на мини же тоже подходит коллиматор, компенсатор руцы. А где он? Он лежит внутри. А ну нахуй. Автомата кричит. А, братья мои. Столько что ли постарел, я че? О, Курбан лук взял. Подстрахуйте, да, братья мои любимые. Куда тебя страховать? Ты что там делаешь? Ты что, машина, что ли, чтобы тебя застраховывать, где-то по-братски, да? Помогите, на метке, да. На метке нокнутый был. Там ползал на метке Лахм. Желтый. На зеленый. А я на зеленый. Вижу, видишь его, видишь его? Готов? Да. Давай. А, сколько пуль взял, я в шоке, бля. Бомбочка. Третий броник был. Курбан, залутал ты? Да, брат, да. Живешь? Да. Вот, наверное, на четверку на скалу заехал бы. Наверху сел бы. Я каску Лахме даю, брат, я сразу говорю. Ай, бля, я еще думаю, это что, черт черти моего брата, что ли, дергать хотят? Курбан из-за меня туда прыгнул, чтобы эту каску забрать мне, и кто-то его стреляет, это неправильно было бы стоять там в стороне. Брат,
Осталось, что я для тебя его, брат, прыгнул. Я же помню, ты говорил, что Аллах, я заберу его. Я думаю, блядь, что сидеть в домах, когда тебя кто-то стреляет, что ли? Пойду постреляю тоже в них. Скинули с Алиханом. Не, уже там, оставайся, в отказку закинь просто, а то снизу стал наверх. Его труп на метке, отцо. А чё, вы не можете меня забрать, да, отсюда? Как тебе, отца, вертолет, что ли, у нас есть тебя забрать? Туда, под ту другую сторону, нет, конечно, другую сторону плыви. А можешь ты подняться, по-моему, той скале, вот сок, вот тут? Да почему она меняет прицел, когда метку ставишь? Да, да, да. Вот здесь могу, да? Да, да, да. Ай, бля, неужели? Метку надо ставить не в прицеле, понял? Как? Ну просто вот, поставил, вот эту мышку нажал. А, и потом прицел, да? Да. Эй, я не могу же отсюда подняться. Эй, Курбан! А, брат, поставь разметку, Алихан. Какую разметку? Приплыви сюда назад просто. А я отсюда не подниму стопуту. Давай, Курбан, на связи. Оторвати такой на связи, брат. Вот это на четверке я могу подняться, да, Алихан? Нет, я не знаю, Курбан. Бля, ты всю жизнь отдал этой игре, брат. Чё знаешь ты? А ты всю жизнь отдал этой игре, тоже не знаешь, что же. Ну я же, брат. Ты уже чё, играл, что ли? Всю жизнь играю. Вот туда приплыви, вот сюда, вот сюда, на четверку. Ты же можешь заплыть до четверки? Бля, это сколько мне плыть, брат? А, ну видишь, ты ленивый, Курбан, просто. Вот в чём дело. А не ленивый, брат, я... Там еще один дроп падает, Курбан, смотри. Да не нужен мне, брат, мне зачем? Два оружия с них возьмешь, отцов. Да, Курбану просто жить хочется, больше ничего не хочется. Он сейчас умрет, смотри, стопудово нас меня обвинит. Я же не заставлял тебя за этим дропом ехать, Курбан. Сказал прикрыть, мы прикрыли. Ты сказал, что делать, мы сделали. Парково. Сейчас ты говоришь, что сделать, говоришь? Парково, отцов. Вот видишь, вот такой вот Баркова бывает у тебя потом, такой тихий, бля. Неблагодарный такой, да? А вот здесь могу подняться? Где? Вот тут. Да, можешь. Быстрее, Курбан, зона. Лахма, твой мотик тоже забрал, если чё. Бля, ну красавчик, брат. Зайди за мной, Алихма. Зайди кто-нибудь на мотике. Я-то заеду, брат, ну ты где вообще? Я вот где? Я, брат, вот заеду. Ты выплыл? Да. Он еле как на ногах здесь стоит, и куда его тянешь, когда по-братски? Сейчас ты подъедешь ко мне, захилишь. Так не делается, Ахмад, ты его мотик забрал, брат. Так не делается, так делается, сейчас Алиха начинается. Захилься тоже, Алиха. Захилься, брат. Захилься, брат! Подожди! Захиливайся, ты видишь, что твоя моя? Стой! Стой! Можешь ехать и кусаться тоже, брат. Походу все войны там, в Липовке может это быть. Один человек он там в Липовке, походу. Бля, я так охуительно, блядь, отыграл эту игру, бля. Нет, я здесь, бля, за баги просто сижу. Да, в сейве, сейчас Алихан его долбанет. Поставь просто дыма накинь. Убежал. Дыма накинь. Накинь на него, Курбан. Накидывай, еще накидывай. Хорошо, Курбан. Выходи. Здесь дыма, здесь все бомбово. Поднимай, Курбан. Подбеги до ста, отцу. Я на него, я его пушу. Это же не он уже стреляет, сзади нас стреляет. Да, он прям тоже стреляет сзади. Он хаи греет вам. Какой дебил, бля. Чего вы тут в одном не играли? Тихо, тут дай. Тут кинул лапу. От тебя. Звук дай. Бля, говорю, звук. Баркова зашли, молодцы. Дыма накидывай под нас прям еще, отцок. Прям под нас, через X, отцок, прям под нас.
Бля, мы в какой дурацкой ситуации, да? Он там один лохнул. У нас смоков нету больше. Он без каски. По нему вверх не стреляют. Вот так. Смоков нету, да? Хорош, лохма. Ты видишь, что он слева за деревом? Да такие раки конченые. На метке лохма. Ты его взорвал, Сханя, ты его взорвал. На четверке за деревом, там, да. Бля, ебаный в рот, бля, твоя голова, я в ахуях, просто даже она здесь может помечать. Сучка, бля. Выше. Бля, ебаный, сука, в рот, блядь. И остался этот сольник, понял, который в Липовке. Прикинь, да одна пуля, бля, была. Где сольник с Липовки? Чего он не стреляет, понял? 2-2, давай тебе играть, если бы играть. Просто Алехану помешали звук, бля, не дали. Эту игру надо вместе играть, брат. Ой, бля, Лихман проснулся, приколитесь. Бля, я не перезарядился. Я вообще думал, что он сам. Так не бывает, брат. Вот так, если вот так играть, Алихан базарный там на хай ММР, может, вот так надо играть. Понял, там один там чекает. Ну, хай ММР. Чуть-чуть, бля, друг. Хай ММР, бля. Нам надо друг друга сейвить. ММА, бля, ММАшник я, бля. Чё хочешь? Я ММА, бля, играть. Эй, я выступаю ММА, бля. Тренируюсь ММА, бля. Я понял, брат. ММА занимаюсь, бля, борьба, бля. Я тоже я понял. ММА занимаемся мы, бля. Подожди, подожди, дай слово скажу. Я в этой игре свою миссию выполнил. Я дал контроп, лахму поднял. Дал шлем и все, брат. Бля, курман, бомба, брат. Курман, ты топ-1 взял, брат. Этим самым. У меня, в смысле, вот такой расчет был, брат. Когда, брат, брату такой шлем сделал, брат, даже топ-1 для несладки. Это что за ценой, брат, ты его достал? Бля, ты нереально сказал, брат. Я не согласен, могу сказать, почему. Почему? Давай, говори. Ты мне звук не дал. Алихан, тормози, да я на М1 ходил. У тебя есть одна кнопка, нажимаешь, замутался и все, брат. Ты, короче, в PUBG саппорт, да, Курбан? Угу. Сапог? Да, брат. Сапог это ты, Алихан. Сапог это ты, да. На мою метку прыгай, типа, братски, я на туре. Сапог добрый, брат, Курбан. Вот так я ему понял, посмотрел, где он подняться может. А, объяснил ему. Объяснил ему, понял. Евро, доллар вы. Евро, доллар имеет вы. Что хотите? Соберитесь. Пересоберитесь лучше, бля. Твоя конченная метка вот это где, блядь. Давай, давай. Где два домика, бля, без лута, и потом бегать пешком без машины. Ты зачем? А че вы раньше не сказали, что он... Давай, Хасан, тогда сразу... Тель. Ты что делаешь, брат? Мы уже туда настроили, тормози. Сурман, ай, Сурман, доброй ночи. Сурман, легенда, блядь. Не помню, UFC со мной зарубился. Сурман, с нами летят тусы. Сурман, мужчина, блядь, засадки. Такие же, как и мы, по-моему. Блядь. Легенда Warface, блядь, между прочим, дорогие друзья. Же, old school. Да. И чё, блядь? Такие же, как и мы, отморозки, они, ты думаешь? Думаю, да, уцы. Таких, как мы, отморозков, блядь, не бывает, уцы. Курбан, за тобой один летит прям с тобой. Звук дай, пожалуйста, пожалуйста. Как Курбан говорит, на кнопку нажми одну. Они по левой упали все. На нашей стороне.
как ты попадаешь, черт, блядь? Черт побери? Или просто черт он? Черт, блядь. А на той стороне был кто-то, на той стороне через дорогу? По-моему, да, не было, брат. Один мог быть, но эти трое 100% сюда падают. Я вижу, они там бегают. Шлем не взял с Ханя. А он что, не взялся, что ли? Бля, у них стопотов иксоки какие-то есть, бля. Да, жи. Да вот Ханя, что вот это уже. На метке. Был. В этих ангарах он был? Двое в этом ангаре. Еще один там лахмак. Я хилю с бинтами, брат, пустышка. Нокнул за ангаром у тебя лахман. Еще один будет. Может, знаете где быть? Вот через дорогу лахман, с правой стороны. Убил. Сильный, брат. Хорошо, бля, лахман мужчина была. Алихан тоже левый, бля, хорошо. А, души, 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 души. Так. От души, души. Он их видишь, брат, прицелами они все. Они с прицелами. У меня пакет лос не сдается, приколи. Это интернет, походу, у меня Марси, да? Если пакет лоут. Да. Да. На удушающий возьми его, куцы. Это напрягает нереально сейчас. Вот Олег минометка легендарная. Без машины, которая. А вот этот минус ездит на самом деле, честно скажу. Тут ангары кто утал, Курбан, ты? Всегда была хромая. Сурман, а ты что, без компьютера, что ли, сейчас в Дубае? Тут не только машины нету, лута нету даже. Здесь на туре лута нету даже, Алихан. Олег Миновская метка. Да. Бля, бомбу лут у нас, бля. Да. Нам надо, брат, таких хлам за лута убить сейчас. Да. Не, ну здесь рубить же бомбу, он, честно сказать. Да. Ай, бля, не говори, да, брат. Это, конечно, Олег. Мне лично нравится, не знаю, все, я больше не буду сюда предлагать. Эту карту, а ты мне вообще... так нравишься, да? Такая тема. Евро, да, евро. Эту машину, бля. Евро или доллар, Алихман? Квартиру дорого снимает Сурман в Дубае, да? Все равно это доллар, он, блин. Мне кажется, чуть-чуть покрепче будет, нет? Ты там, а тебе доллар, блин. Евро даже звучит посолиднее, евро, уцы. В один момент доллар больше, чем евро был. Помнишь, когда ты здесь был, Алихан? Это тоже был момент. Валикум, сам. У тебя сколько комнат, твоя квартира, и где она находится? Я также вот эту игру играю. Так в ту. До конца живу. И умираю. До конца понял. Машины нету, да? Чё, Курбан? Я плохо слышал, да, братья? Да, очень плохо. Да, здесь, это, видимо, слабо эти. Я нормально слышно, брат. Шамилька, компьютер не хорошо есть по-братски. Это Алихан прикалывается над тобой. Я же не говорю, брат. Да нет, ты так вот так сказал уже, Курбан. Да ты там звук на дискорде нахуй. Да, конечно. Да, бомбу услышал. Когда тебя нужно, Курбан, слышно, тебя норма слышно, но когда вот звук давать просят, то тогда тебя очень громко слышно. Ты понял этот момент? Понял. Чё хоть понял? Чё, что ты сказал, понял? То, что звук надо давать, да, брату? Будешь давать звук брату? Да. Гигант будет. А когда не гигант, нет? Конечно.
Олег, ну еще громче молчи, да, по-братски. Да вот на плейсмент играем. У вас баги там стоит на дороге. Какие игры? А вот умирать каждый раз и в лобби выходить не скучно? Там цель самая, брат, бомба на хате. Да. Здесь нас говорят, Аля, я на туре, брат, сегодня устал эту игру играть, отвечаю. Красавчик, Алихан. Вот здесь баги стоит. Эй, Курбан, переверни баги. Это баги. Нормальная цена для Дубая. А, Европа, да. Европа? При чем? Дубай или не Европа в стране? Он вообще за другую тему говорит. Мы что, на ру серверах играем, да, и мог бы. Заходи туда, выходи. Мы на ру серверах играем? Нет. Брат, не заходи, говорю, выйди, да. Ты слева баги стоит. Заходи, короче, заходи туда. Вот говорит, не заходи туда, говорю. Лео, ты хочешь? Машины нету, брат, поехали. Ты же подъезжаешь уже, брат. У нас всегда машина есть. Даже когда ее нет. Да, неужели я второй броню не лезу? Ну куда едем, пацаны, мед, куда едем? Там столько же броников было, вот или чё? Метка, центр зоны, уцы. Короче, я дал метку, пацаны, иди. Ты что делаешь, брат? Чё делаешь, брат? А, вот это. Маркова. Это команданты, там сколько людей убил уже. Сурман, помнишь, как ты GTA играл, у тебя свой автосалон был? Тюнинговый. Бомбовое время было. Там болело. Уч. Анза. Курбан. Нормально там, остановку доложи. Остановку доложи. Никого нету, брат. Это единичка, чё, нормальное место, брат? Какое? Вот лапная метка. Единичка? Да. Или лисичка? Европа, да, вот тебе, Европа. Европа, вот тебе. Понимаешь? Да, да, Сурман, зарабатывать ты умеешь, с тобой дружить надо. Тебе этот мир абсолютно понятен, Сурман. Есть люди, перебегают. Люди, давай постреляемся с ним. А давай, да, постреляем, ты попробуй. Да, Курбану механику набери. Да скажи, да, по-братски. Я откуда знаю, брат, доктора? Да, как будто я, как будто я мог мотиками барыжу в этой игре. Мотиками я не знаю, брат. Я знаю, что у меня ни аптек нету, брат, ни бустов нету. Ага. Ну вот тут целый город в твоем наличии, иди лутайся. Конченый, блядь, лут был там. Ну вот ты. Почему конченый был, знаешь? Знаю. Почему? А ну отучи. Потому что Алехма туда метку поставил. Все на Алехму идет, да? Ну, в той ситуации, да. Все сегодня, если Алехма устал, на него нападать надо, да, сразу? Сгрызть его, ты понял? Вот такая сущность, да, у нашего народа. Ой, бля. Да. Чуть-чуть слабину дашь сегодня на релаксе, помолчишь, отдохнешь, нападают на тебя самого. Когда ты на бодряках в рассвете сил, все молчат, ты понял, бля, чтоб лишь бы ты на них не напал. Это жизнь, отцок, жизнь такая, бля. Надо на чеку быть всегда, вот, Салик. Ты же знаешь, тебе этот мир уже абсолютно давно понятен, бля. Да, конечно, ты же завтра проснешься, вот, и, блядь, расквитаешься со всеми, кто здесь, брат. Что-то я имел против тебя, брат. Да, пока не понимаю, молодые. Опыта нет, опыта у тебя.
Я на этом кривом мотике как заебался ехать, у меня как крутить, блядь. Тебя же само скрутило из-за него, да? Олег, мы там на двойке люди уцы. Слезь вот так с мотика, постреляй по нему, уцы. А я же вам метку ставил, что там люди, вы что думали? А, вот они прыгают, прыгали. Охренели, что ли, прыгать? Да, приедет, да, ну и Курман приедет, я просто... Курман приедет, да, Олегман. Ты где, брат? Вот здесь, брат. А Моцик где? Моцик на нем. Моцик же едет, брат. Сбирает, брат, туда-сюда, куда он едет, брат. Нормально все, брат, ты иди... Пойдешь, я тебя подниму. Упади сначала, Олегман, когда поднял, понял? Он за тобой не хочет просто ехать, он лень, он лутается. Там мне иксовка нужна, брат. А зачем тебе иксовка? Чё ты с ней хочешь делать? У них там рубка идёт. Пускай идёт у тебя сюда с этой рубки. Эй, глушак нужен? О, Джа, Олегман, на мотик на него смотри, Лахман. Необученная лошадь, бывает, говорю, блядь. Чё попало, делай. Олегман, мужчина, блядь, приехал, блядь. Давайте сейчас выиграем эту игру, братья. Там же, брат, сколько братьев ждут, чтобы топ взяли. Давайте да на топ. Ой, ты приехал. Чё, Курман? Давай то там же, брат, сколько братьев в чате, брат. Давай за топ один возьмем. Давай, брат, за них, да? Давай, да, конечно. Эй, тут ты, по-моему, подожди. Да, конечно. Да, да, чахаешь-то. Меня раз, меня. Я вижу, вижу. Где? У меня здесь, по-моему, всё. Да, конечно, из машины, блядь. Я бегу. Тихо. Живи, Курман. Тут же нету нет, никого. А я что взял? Это Курман прикалывается, кидает, что делает? Бля, куда ты? Я ну себя не кидал, брат. Не кидал, тормози, да. Это Яноч кидал, бля. Кто кидал, бля? Это Алихан Марасид, братья. Париж, да, брат, Париж. Европа. Понимаешь? А чё, пошмаляет? Вот так. Гранаты накидал, кто это? Никто это к тебе прибежал, да? Европа, Николай, да, у него хаешки взрываются, я с тобой рядом стою, да я ему кидал, блядь. Европа, да, вот, Европа, блядь. Ты дорогу с тобой рядом. Европа, у тебя, Европа. Тоннель, блядь. Аврора. Хаешки услышал, да. Амбизатор нужен или нет? Нет. Эй, семерки нужны, блядь. Эй, где они стреляются? Наверху, у нас сзади. Это кто кинул по-братски вот сейчас? Да это Алихан кидает. Это я, да, да, конечно. А зачем, брат, ты на меня хаешь кидаешь? Посмотри, где я, Алихман, брат. Это Курман кидает, брат, когда же еще в начале, блин. Брат. Машина едет. Машина в город заехала. У меня вот здесь челики, пацан, на моей метке вот здесь где-то бегает. Доту надо идти. Там был, да, Лахма? Угу. За забором был, брат, здесь слева у тебя. И наверху здесь есть один.
вход этот. На первом бегает здесь опять. Справа, справа, справа упали, да, вот. Забирай его. Слева сзади идет. Да, пацан, как красиво играет, я в ахуе. Кто, Алихан? Париж, да, у тебя Париж. Европа, Европа. Гранат сейчас скинет. Ну я чуть форме, чем Алихман, нет Лахма. Чем Алихман, да, сегодня. Это, брат, видишь, сегодня ты в форме, завтра я в форме. Такая тема, походу, нет? Да. Да не, когда Курбана хвалишь, он вообще включается, реально. Ничего не пишет. Да, а что будет в эту суету попасть, вот это, как они, которые ферстик, они играли в Европу? Чё, туда попасть, чё надо делать? Хорошо играть. Не, брат, да пизди, баб. Чё надо, скажи, да, брат? Олег, у меня цели хорошие, брат мой. А, вот, не-не, просто мне интересно, брат, они собираются. Мне, брат. Как ты, вот, играл, брат, там, ты можешь, брат. Раз надо захилиться, брат. Умер, нападай, Алихан, мужчина. Нападай, мужчина, бля. На этих чертей, бля. Умер, бля, вот, умер, бля. Смотри. Он его, бля, куда везет? Обжиг, бля. Хотя бы 5-е место, бля, не 16-е. Хотя бы чуть поиграли, почувствовали, что такое, бля, концовка, да? Да. Хоть что-то это лучше, чем сразу умереть, мне кажется. Хочу, чтобы мне тоже золото дало. Серебро 5. Мне сегодня в GTA уже не буду. Кто-то сейчас пойду играть. Там договаривались против Саламбека команды, короче, 5 на 5 играть. Начали что ли с этой доты опять, бля. Чё этот? Курбан, после этого идём? Брат, не знаю как. Или ещё пару сделаем? Да, пару сделаем, брат. Алихан же тоже, брат, тот уже не играет. Да, честно сказал. Это было бы, вот, умел бы он доту играть, вообще бомба была бы, не? Да, сейчас... Брат, ну одну и ту же игру играть постоянно, а брат, надо сейчас... играть, брат. Алихан, послушай до меня, слышишь, Алихан? Давай давай клуб один возьмем по-братски. Да. Это значит, что я должен один дай его взять? Нет, брат, давай, слышь, давай, вот два будем сейчас... Рядом будь ты просто. Аня. А. А чё, чё за кто 5 человек, кто 5 на 5? В смысле, кто 5 на 5? Вы с Саламбеком кто? У вас 5, кто это будет, Саня? Не знаю даже пока, ну... Я, Лехма, Курбан и еще двое, короче, там... Кто-то был, я не помню даже за Сочи сейчас. Меланхолик, надо вспомнить. Брат, меланхолик нужен нам. Ахма. Кто был? А-а-а. Там кто-то там был, короче, я не могу сейчас вспомнить, кто это был. А-а-а. А у них кто, заряженные? У них такие нормальные, ага. Да вон они внизу там сидят. Спроси, да могу ли у них по-братски зайти, они да, это, да, готовы они, да. Скажи, это мы где-то через пару каток, скажу, уже зайдем, они будут сейчас играть? Сейчас зайду, Саня. Да, пойду, пирачий подлочил, который с нами под Алло играл нормально? Алло хорошо играет, очень бомбо. Вот и очень. Ой, бля. Попади, но...
Бля, с Ханя у них настрой боевой вообще, они сильно заряжены. А ты А. Что, поедем? А? Золотая тачка, есть, поехали. Зону, смотрите, а. Смотрите, где зона. Брат, попахло, шмаляет у человека, брат. Любая иксовка какая была, скажите, да, по-братски. По-братски, поехали, я в машине вас сижу, жду, давай, братья. Давай. А ты где? А я там. А ты где? Ханя. Да. А. Бля, зашел, спросил, у них они заряженные вообще. Давай. А, бубачми YouTube. Ну все, сейчас приколимся за с ним. Все. Лег за забором. Подними да, по-братски, подними да. Машина тоже выебали нашу. Аники, беники, ели вареники. Чего? Ну ничего, ну ничего. Аптечка была ли? Чего? А, скинь одну аптеку, брат. Я думал. Ну ничего, ну ничего. А, скинул, брат, у меня все равно одна. Ну чего ты говоришь такое? Как в Европа, да, Европа. Ну ничего, ну ничего. Да, Европа. Европа плюс. Загудел что ли, Алихан?
Да. Началось. Гудок. На гудок прыгай, на гудок. Началось. А ну вот опять 25. А теперь мне одно скажите. Да. Где они были до сих пор? А? Были Бороди. Там, где нас не было. Такой тебя ответ устраивает? Я не знаю, брат. Но это, брат, вообще, блядь, я не знаю. Это кто стрелял, Ахмут? Ты? Да. Конечно. Ты дай пройду, курман. Ну не давай, ну не давай. Ну не сиги ты, ма, блядь. Ну не сиги, блядь. Да ты что? Подожди, да, брат. Ну что ты делаешь, брат? Ты что делаешь, Леван? Двоим бы никто больше не нужен, бля. Алиха. Да ладно, Алихвас. Это человек, брат. Европа. Твой Джоник проснулся, что ли, Алиха? Джинник, брат, не дают играть, брат. Да. Вот два орит, убивает, да он? Ну что ты делаешь, брат? Ва, Чара, пропавший брат, как ты? Я где пропал, хоть скажи. Да тормози, да, Чара, где пропал. Я же не знаю, где ты пропал, Цей. Я сам не знаю даже. Чара пропал, брат. Это правда, да, женился, потерялся, вот эта тема? Нет. 100% не про. Я же из-за этого не женился никогда, чтобы не теряться от братья. Я же не терялся. Бля, ну где ты был все это время, скажи, Цей? Я вот сейчас заходил к тебе, брат. Ты просто не замечал. Да тормози, да вот же ты в Дискорде, Цей, когда захотел, зашел. Не, Курман, ты куда поехал? Смотри, полномочий раньше же не было. Да, тормози, да, Чарро, у тебя самые высшие полномочия, которые вообще могут быть здесь, бля. Курман, ты делай, смотри. На карту открой. Ашалет. И пиши. Да иди. А Лихма погоняла же мне, Чарро придумал, прикинь. Да, ну наксы. Да. Первый Чарро мне. Алихма легенда. Алигма, кто тебя начал называть первый? Это уже Курбан. А Алиджма? Это ты. Ай, Алиджма. Ладжма и Алиджма в городе, не? Не с кем лазишь, бля. Давай наглый послал Мартину, бля, долбочь монты, бля, Карло, жест. Я устал проигрывать, я иду за победами. А это за медалями. Ага, Курбан Малачи, да. Собственно, персонный, бля. Бля, здесь же я, бля, генерала получал, бля, в свое время, нет, Лахма? Да, ну, да. И поэтому по привычке на карте поехал на это место, да, вспомнить, как ты там гранатой, бля, от зомби, от... А ты не знаешь. Кем лазишь, бля. Кем лазишь, бля. А Генна кто тебе придумал, Генна? Генна, бля, ты придумал. Ай, бля. Наебал же слово, тоже я придумал, Лехма. А лохмулик кто придумал? Ай, лохмулик, это я не знаю уже. Лохмулик, Вацакова. Ай, Генна, Вацбингетс. Вацпринглс, бля. Лех, Курбан же мне в моменте заряжает. Могулик, прикинь, могулик. Да не заряжал. Заряжал. Я на Пи еду через Сан-Мартин. А я еду, знаешь, куда? Дайте по чёчку. Поехали. 10 секунд по чёчке, не нужно. Пусты есть, Алиха? Алихма. Алихма рабили, да. 15 человек осталось живых. Курбан рабирует. Да. Дай это, пусти, дай. Ханя, тут один из доту на этой бомбовой ноте. Да, но я вообще не насладился папкам жесть, потому что сегодня она у меня не идет. Можно будет после доты зайти наказать их и опять зайти вернуться с сторонам. Да. Под утро она же идет, начинает, когда уже на хи играешь, только что попало делаешь, оно залетает. Сейчас какой-то, бля, как будто мандраж, бля, что-то серьезно относишься. А утром ты уже хию. Этим двоим никто не нужен, они друг друга сами убьют, бля. Вас стреляют, Алихма. Смок нужен, брат. Упал эйф, нажал скрыто, брат.
вот это че в яму, как может народ нам мысли дать? А, брат, я из-за тебя навылся, брат, вообще что, блядь. При чем тут ямба? Да ты ищешь оправдание ищи, да? Он с любой же ситуацией оправдание себе найдет, Олег, а ты не знал? Он, блядь, и мама приглашает себе шонку. Ай, на, это опасно. У меня, походу, вот эта аура, Бояджи, аура. Они стреляют в отцок, блядь, с пожарки. Уехали, да? Конечно, если я за рулем, мальчик, ты не знаешь. Я сейчас перевернусь, блядь. 4 икс тут есть, Олег, но ты прицел искал же в отцок. Да. Они как не даются, угомоните дай. А где они стреляют? Алифан, а то пощечин дай да ему такую, блядь. Ой, тихо. Алифан, дай пусты, брат. Отдыши, брат. Кто это? Они как меня, блядь. Ошалеет. Там над нами, брат, затапали, как бы, я не знаю, кого же. Пиздец, он стреляет, блядь. Подними да, Курбан, подними да, Курбан, подними да. Курбан, подними да на втором. Это надо на машины прямо сейчас сесть и уехать отсюда, я, блядь, не буду. Поднимай, блядь, где они, где они, Лохма? На горе. Там над нами, на горе, блядь. Хорошить будет. Уже подбежал. Уже подбежал. А, они уже у нас в упоре, я понял. Какие-то долбары. Дим накидывай, дым накидывай, дым накидывай в коридор, ты пиздец захочешь впервые, заходи, дым накидывай, мы сейчас встрянем. Только с дымами можем выиграть эту битву. Поднимаешь, Курбан. На втором этаже у тебя на балконе лохма уже. Где Курбана нокнули, там на балконе. С комнаты выйдешь, сейчас в окно убьет. А не, это какие-то отморозки. А, это ты что ли? Там еще один аптеку слышал? Так же кинь хаешку, так же. Хорошо. Прямо. Я стекло его выкинул. Не надо. Ну он тут дальний, понял? Что, блядь, дурак? Что, блядь, их там двое было, блядь? Вай, бля. Бля, они чистят, бля, нормально они играют, блядь.